Еве привычный зал, вот этот, сейчас он пустой, Алиса. Но она всегда танцевала, а сейчас будет петь. Это удивительно. Файк, ты играешь, вы на канале Ева Маш. И сегодня, ребята, я начинаю этот влог, потому что время очень-очень рано. И Ева вообще еще не готова разговаривать. И сегодня наш влог будет про грандиозный лайки пати-тур, в который мы отправляемся. И сегодня у нас первый город, в который мы едем, это Ярославль. И сейчас время 7 утра, и нам надо успеть на автобус, который отходит с другого конца города, да, а мы никак не могли вызвать такси, просто к нам не ехало. И вот сейчас кто-то согласился за нами приехать в такую рань. И, в общем-то, мы ждем это такси и пока записываем вам влог, ребят. Поэтому приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится. Итак, мы уже приехали на место сбора. И тут куча автобусов, и у нас целый квест, потому что нужно найти свой. И нас вот здесь уже, вот видите, как много. Вот, и, в общем, мы не знаем, куда нам ехать, отправление через 10 минут, а автобуса нет! Да, вот уже прям должны мы там были сидеть. Ну, в общем, ждем, надеемся, что водитель не проспал, и мы нормально все отправимся в наш лайки-пати-тур. Ну что, мы по-прежнему не можем найти автобус, прошло уже достаточно времени, нас еще подприбавилось здесь, и... Как нам добираться? В общем, концерт уже буквально через 5 часов. Итак, Ярослава уже кушает на ходу. Да, потому что ждем автобус. Лиза тоже пьет кофеечек туда-сюда. Ева, ты проснулась уже? Варя, привет! Итак, ребята, приехал наш автобус, ура! Мы едем в Ярославль! У-ху! Вот, кстати, наш автобус. Да, Ева? Давай, да. Давай, чтобы ты успела. Гоу, гоу, гоу. Места занимать. Итак, у нас остановочка по дороге в Ярославль. Мы на заправочку. Идем что-нибудь купить и в туалет сходить. Все стандартно. Ева, давай бегом выбирай, что ты будешь. У нас времени не так много, поэтому если ты что-то выбрала уже, то давай купим это. Так, Ева берет баунти. Так, еще что? Ты куда, Ева? Она будет меня кругами. То не проще было так пройти? Так, эта полка востребована. Все к ней подошли что-нибудь выбрать. Давай, что будешь? Привет! Колечки вот эти. Ты уверена? Ну ок. Когда-нибудь на одной заправке видели сразу столько блогеров вместе? Вот, просто все под капюшонами, практически никого не узнать. Но в целом здесь очень много популярных людей. Ну. Я хочу сказать, что в основном все берут чипсы и шоколадки, и газировки. Вот смотрите, газировка и чипсы. Что это? А, ну чай. Чай и газировка то же самое. Чай, шоколадка. А ты что берешь? Вот это более-менее правильные вещи. Тоже чипсики, чаек. Чаек и чипсики. Самое распространенное, что есть. Видите, он от нас уже уехал этот автобус. Да, уехал. Автобус уехал, а мы тут. Надо идти. Ну что, все вышли с автобуса, а Ева не вышла. Ждем Еву. Ура! Девчонки выходят. Ага. Мы идем искать гримерку. Погода в Ярославле прекрасная, нет жары, но при этом очень тепло. Наш автобус. Короче, нормально. И смотрите, здесь есть в Ярославле классное вот такое колесо сразу вот здесь, возле концертного зала, где скоро начнется классный концерт. Мы пришли покушать. Ева, рассаживайся. У тебя что тут? Что у вас тут на обед? Короче, 4 помидорки, куча огурцов, какой-то морс, наполовину стакана хлебушек. Да, маффин. Я пью чужой морс. Я взяла еще один. Слушала, потом послушаю. Лучше не слушай.
Итак, я уже переоделась. Вот такая вот я красоточка. Я уже сходила к сцене, там очень большая сцена. Так, теперь обход по гримеркам. Тут, кстати, моя гримерочка. Итак, заходим. Вот такая вот гримерочкинс. Тут вот все что-то делают. Следующий вот кто у нас? Заходим. Здесь у нас дыжняк. Здравствуйте. На. Итак, я выступаю первая, оказывается. Я не хочу еще на такой большой сцене. Блин, ну какого фига? Я не смогу. Итак, смотрите, тут у нас вкусняшки. Тут, мам, смотри, Левушка есть. Это мои любимые. А мы... Да, идем на сцену. Соня! Итак, сейчас у Евы будет чек. Вот такая, смотрите, классная вывеска «Лайки Пати Тур». Ева, ты на вот такой огромной сцене, пока в зале еще никого нет. Но, да, давай сейчас порепетируем, как это будет происходить. Если ты увидишь нас, то влюбишься дважды. Я супер, твой ярче блестят наши глазки. Я супер, если вместе не нужны отмазки. Я супер, рисую сердечки на румянах. Я супер, мы с тобой на всех телеэкранах. Ice, ice cold, в моем стакане лед. Такую заставочку Ева Мэш, Ice Cold, ты сделали на весь экран, что-то у нас засветлилось. Здесь куча всяких разных кнопочек. Ева, устала уже? Там люди, я боюсь. Мне уже страшно, я бы спасировала, мне... Итак, наши ведущие готовы, с микрофончиками вообще стоят. Нет, я чисто не готов, например. Я так сейчас буду на импровизации готов. Катать, да. Марьяна точно готова. Нет, всех... Марьяна, ты готова? Марьяна, ты готова? Весь Ютуб ждет тебя готовой. Да. Антон готов, все, все готовы. Ой, Ева, ты первая. Волнуешься? Да ну ты уже про, какой тебе волноваться, Марьяна? Вы меня видели перед турами и перед концертом в Лужниках. Я там как ну ты огонь, огонь. Да. Этого не видно, знаешь, что ты огонь. Ты первый раз. Это очень страшно, ребята, реально. Я боюсь больше Евы. Включили фонарики, вообще просто, у меня голос, видишь, какой, я там орала просто. Я вот всех так люблю, я не могу. Еве тоже, Катя, Еве нарисовали, посмотри, какую красоту, покажи. Тут даже написали про Ice Cold уже. Уже Ice Cold нарисовали, LV. В один день был день рождения, ничего себе, вот девочка нарисовала. Спасибо огромное, это очень круто. Вот такой классный плакат тоже с ником. Ребят, спасибо большое вам за плакаты. Вы не представляете, как это приятно. Я просто не могу, у меня уже горло сохнет, но я ору изо всех сил. Спасибо вам огромное. Ярославль, вы лучший просто. Такая теплая дача от зала, чтобы фонариком. Просто спасибо огромное. Я еще первый, первая, самая на свете. Это очень круто, это очень круто. Все, впереди Питер. Влог тоже выступаем. Я уже выступила. Сейчас, короче, смотрю выступления остальных, а потом
Потом фунт цветов. Идем на зону пофотографироваться. И это должно быть очень прикольно. Сейчас перерыв, антракт. Концерт из двух частей состоит. Первая часть прошла. Соответственно, перерывчик. В перерывчике мы пофоткаемся с вами, дорогие наши зрители, любимые просто. Ярославль останется навсегда в наших сердцах. Это просто невероятная энергетика. Вот, идем фоткаться. Так, ребята. Служебный. А что, давно проходишь? Пошли. А? А вещи забрать. Ну, пошли через служебный. Короче, нас выводят через служебный вход. Сказали, что заминировано здание тут. И мы все бежим. Ой, косметику надо забрать. Ева, какая косметика? Да, я надеюсь, что это какая-то шутка. Типа позвонили, сказали, что тут заминировано. И нас всех, короче, ведут через какие-то служебные хода. А чтобы выйти? Главное, способ мерзнуть полностью. Что делать? Что? Мы же выяснились. Ну, я думаю, да, я просто не понимаю, что делать. Кто-то говорит выходить, вот мы все вот тут стоим возле выхода на улицу, а кто-то говорит, что не надо выходить, потому что там куча народа, потому что всех эвакуировали. Мы не знаем, что делать. Марьяна, что делать, выходить или оставаться? Что делать? А ты что вообще произошло? Короче, мне только что мама сказала, что якобы позвонили кто-то на 112, сказал, что здание заминировано, вот, и поэтому сейчас будут проверять. Ну, тогда лучше обезопаситься и выйти на это, на улицу. Нас выгонят. Нас выгонят? Тогда надо вещи забрать. Короче, мы как будто бы в ловушке, внутри нельзя зайти, потому что там заминировано. И выйти нельзя, потому что там вот просто куча народа. Итак, кафе только что проверили, сказали, кафе чистое, поэтому мы будем сейчас сидеть в кафе, ждать дальнейшую конструкцию, потому что выйти мы не можем, и внутри здания мы тоже не можем быть. И мы все стоим вот здесь, вот так вот, просто стоим. И там что-то говорят, жесть творится. Мы не можем выйти на улицу, потому что здесь вот все стоят, и мы просто не пройдем. Нам надо добежать типа до автобуса, но это практически нереально. А сейчас нормально все будет, да? Ну, парень сказал, все, значит, все будет нормально. Так, ребята, короче, все, норм, концерт наш продолжается, ура! Ева сделала фоточку с Амирчиком, и она просто счастлива! Фоточку, кстати, можно посмотреть в телеграм-канале Евы. Ссылочка в описании, или просто сканируйте этот QR-код. Да, а мы уже продолжаем концерт. Да. Итак, мы сейчас в гримерочке, у нас тут вот такие бутербродики на перекусик. И еще, кстати, есть бомбические конфеты, но их никто не ест, кроме меня. Ева, у нее вот такой перекус блогера чек. Так, мы продолжаем наш влог и концерт. И сейчас выступает Амирчик. Смотрите, ребята, это очень круто. Один из моих любимых блогеров. Все подписывайтесь на нее. Итак, ребята, первый концерт в лайки-пати-тур завершен. Вот мои подарочки, там еще у меня примерочки лежат. Вот так вот выглядит сцена после лайки-пати-тур. Спасибо вам большое, было очень весело, зажигательно. Смотрите, сколько тут конфетишек осталось. Еще у меня будет выступление в Питере и в Казани. Жду вас. А сейчас мы идем кушать и будем ехать обратно в Москву на автобус. Итак, это жесткий обзор на еду. Да, у Сони понятно. У нас гуляш, салатик, хлебушек, гуляш, морсик, Ярослава. Я вторую спорт. Какой это телефон? Я вторую спорт. Пончики. Ну что, кушаем и едем? Ой, мне принесли еду.
Ева, расскажи, ты устала? Да, я очень устала, а ты? Я тоже очень устала, у нас вообще был номер просто да, трэш. Да, очень красивый. Ты видела? Да. Вам понравилось? Я просветила, это очень... А вы прям вообще такие танцы поставили. Да, очень красиво. А сколько ты песен пела сегодня? Я сегодня пела две песни. Две песни? Да. Тебе понравился зал, атмосфера? Да, вообще очень большой. Да, мне тоже. Наконец-то в Москву, да. А ты в Питере будешь? Да. Ты во всех городах? Да. А вы? Прикольно. А я только в Казани, в Питере и вот в Ярославле. А в Москве нет? Mm-mm. Блин, жалко. Ну, Казань там тоже, мне кажется, будет прикольно, и в Питере да, тоже. Да. До встречи в Питере! Мы уже в Питере! Йоу, ребята, у нас сегодня очень крутой концерт. Да. Ева, ты уже выступила? Я уже выступила. Как тебе? Это вообще очень душевные ребята, я вас очень люблю. Кстати, согласна, в Питере реально самая душевная аудитория. Вот они настолько крутые просто. Итак, буквально через несколько часов начнется концерт, и уже другие ребята приехали в Питер. И так как все ребята ехали на поезде, они пошли завтракать в кафе Мирослава и Златы. А я буду завтракать дома, чтобы успеть собраться. А ужинать я уже буду со всеми ребятами, чтобы побывать в кафе девчонок. Ев, собираешься? Да, а можно, пожалуйста, сделать завтрак? Завтрак? Нет, Ев, я не могу. Мне надо еще столько всего успеть, я ничего не успеваю. Мне надо еще кудри себе накрутить. Так что давай ты сама сделаешь себе завтрак, я не успеваю. Ну ладно. Ребята, кстати, напишите в комментариях, вы готовите сами себе завтрак или вам готовит мама. Итак, сегодня я делаю сама себе завтрак. Мне понадобится тост и джем. У меня махеев клубничный. Итак, наносим джем на тост. О, у меня там целая клубничка. Сейчас быстро ем и собираюсь. Так, главное сейчас быстро покушать и собираться на концерт. Главное ничего не забыть. Косметика, одежда. Так страшно что-то забыть всегда. Ну что, ребята, мы в Санкт-Петербурге. В нашем Евином, точнее, родном. И сегодня уже второй концерт грандиозного Лайки Пати Тура. И мы уже приехали в ДК, где будет выступление. И посмотрите, это тот самый ДК. Да, легендарный, да, я кашу. Да, Ева. Тот самый ДК, где у Евы проходят концерты Тодос. И сегодня она впервые на этой сцене будет выступать не с танцами, а с песнями. Это волнительный момент. Что ж, давайте зайдем. Мы уже все там знаем, как расположено, поэтому должны все быстренько найти, да? Так, мы уже на сцене, у Евы сейчас будет чек. Are you ready? Okay, let's go. Еве привычный зал вот этот, сейчас он пустой. Алиса. Вот, в общем. Ну, она сейчас затанцевала, а сейчас будет петь. Это удивительно. Итак, мы не успели на завтрак сегодня попасть, но не то, что не успели, мы специально остались подольше поспать дома. И, в общем, кое-что привезли сюда. Из легендарного кафе Мирославы и Златы. Да? Давай посмотрим. Здесь у нас есть вот такое молоко. Смотрите, супер молоко в таких красивых бутылочках. Ну-ка, и вот такое клубничное. Это банановое молоко. О, банановое и клубничное молоко. Да, я буду клубничное. Ева будет клубничное. Нет, я с тобой клубничная. Есть вот такие медальончики, сырные монетки. Будем пробовать. И тут еще вот курочка есть. Вот, разная. А тут корн-доги есть. Так, вот так выглядит наша гримерочка. Лиза гладит свой костюм. Мы уже вот погладили, он висит. Здесь кому пока нечего делать, рисуют рисунки. И этот рисунок — тревожность. Ну, неудивительно, конечно. Ведь все переживают, тревожатся. Ну, а мы, в общем, пробуем. Давай, ты курочку пробуй, а я монетку вот эту сырную. Я ее так хотела давно. Нифига себе, тут сыра, как я люблю. Вкусно? Очень вкусный. Сырный бутерброд получается в виде монетки. 10 из 10. Ты не эстетично ешь. Это эстетично? Да. Я сама эстетика. Я не буду есть мясо с клубничным молоком. А я его выпью только потом. Я буду. Пробуем молочко.
Очень вкусная, клубничная. Итак, ребят, я накрасилась. Девушка, простите, пожалуйста, вообще, ты даже и разрешения не спросила и снимаешь меня. Да, а я... Можно... можно тебя снять, пожалуйста? Меня? Ну только за 100 тысяч рублей. Это скидка. 50 долларов? Очень мало. Ирка и Оля. А где моя резинка? Ты меня опять снимаешь? Да. А где мои 50 тысяч? На карточке. Ой, сколько ты убил? Нет, он пришел. Ну просто там уведомление не приходит. Мне кажется, вообще надо было сначала. Я вам покажу жизнь за кулисье блогеров. Минуты перед концертами. Так, Варя помогает Стеше отпарить костюм. Чьи-то костюмы уже повешались. Ева что-то ест. Соня делает, стер твой мейкап, я свой мейкап. Алиса делает мейкап. Давай, я тебя растушую. Я говорю, давайте я вам растушую все. Так, здрасте. Посмотрите, вообще вот два человека просто с разной судьбой. С разным ростом. Я и Варя. Как Артур думает, короче, кто выше, тот и старше. Он бы сказал, что если мне знаешь, сколько лет, то тебе бы он сказал, что еще больше. Потому что ты выше. Нормально. Модель. А что такое? Модель. Не приклеил? Нет, так, типа, давно очень... Баттлфлип. Говорила, что не приклеила, да? Many hours later. Yeah! Пока девочки красятся, я им сделаю обзор на косметику. Итак, это у нас пудра вот такая вот, смотрите, это у нас от Beauty Bomb. Вот такая вот помадочка. Душа Dolce Milk. Да, она пахнет офигеть шоколадом, понюхай. Офигеть, реально. Я, подожди, тебе не верю. Офигеть. А вот это что такое? Ой, какой милый. Хлебушек. Я хочу такую же палетку. У Стеши просто огромная косметичка, ребят. Еве подарили письмо. Круто, будем читать. Мне скоро выходить. Первое, как это было? Это было все круто, они подпевали. Да, вообще огонь, да? Итак, мы находимся в ресторане Мирослава и Златы. Джиска, посмотрите, какой яркий и крутой ресторан. И здесь, знаете, как повезло встретить целый стол блогеров. Так, у нас вот ужин. Давайте выберем первый или второй вариант. Так, что вы едите, расскажите мне. Корндоги. Это имба? А ты, тебе не дали корндог? Нет. Тебе дали клубнику, стик? Аккуратно, ногти. Вика кормит всех. Ура. Саша, ну что, расскажи, как это? Честно, оно ощущается, будто реально стекло, и оно очень острое во рту, такое все. Это есть, это реально, надо быть каким-то Халком, не знаю. Короче, смотрите, что у меня. У меня корндог. Антон, зубы как у тебя? Вкусненько? Я уже не знаю, жую или карамель, или зубы свои. Я не различаю уже. Нужен крем солнцезащитный. Ice, ice cold, в моем стакане лед. Ice, ice cold, а мой голос сладкий мед. Ice, ice cold, тебе хватит только взгляда. Ice, ice cold, я как глоток лимонада. Ice, ice cold. Короче, мне надо
надо уже ехать, поэтому я сейчас буду уезжать. Надо прощаться со всеми ребятами. Пока. Ты в Казани будешь? Да, буду. Ну вот, встретимся. Пока-пока. Пока, любимка. Давай, пока, а ты еще будешь где-то? Я в Казани буду. Ой, стой. Да. Пока, мой маленький. Я не заплачу. Это пиздец. Вот такой вот влог получился. Ну вот два города Лайкипати тур позади. Осталось еще Казань. Я буду в Казани. Пишите, кто из Казани. В общем, вот три лучших комментария с прошлого видео. И три лучших видео под Eyes on the Gold. Со мной точно нужен крем солнцезащитный. Eyes, eyes cold, в моем стакане лед. Eyes, eyes cold, а мой голос сладкий мед. Eyes, eyes cold, тебе хватит только взгляда. Eyes, eyes cold, я как глоток лимонада. Eyes, eyes cold, eyes, eyes, eyes. Всем пока-пока! Лимонад.